Так, что здесь, что здесь? Что-то на соплях, оппоненты довольно вяло, я их еле-еле-еле-еле просто на соплях. Получается, медек-то вообще говно. Ага. Так, ну один спел это монетка. Два спела, вот два плевка, может фаербол. Ну эту монетку сходу отдаем, не думаем. Тем более второй ход подвезли. Карты за тебя сами играют. Ну, знаешь, есть скатер самобранка, есть гусли самогуды. А это карты самохуярят. Блин, два отвара, имба. Просто имба, охренеть. За две маны, мега отвар. Ну, сейчас копируем силу звезд. Две карты и рандомную тройку. Понимаю, понимаю. Извините, это ваша рандомная тройка, да? Я правильно понял? Существо 5-5, и за 2 маны поставил на существо 5-5. Я ничего не перепутал. Я просто хочу... А, за 3 маны поставил 5-5 и взял 2 карты. Ну, это Харстоун, да. Это Харстоун, ну так, так устроен, что тут. Что тут? Ничего тут. Харстоун, ёпта. Сила звезд, Киркоров. Не, Киркоров это сила стразов, ты чё? А сила звезд это утренняя звезда какая. У меня троечка такая стандартная, я бы сказал. Сейчас фаербол тебе поебал, да? Сначала на 5 поебалу получу. Сколько мы там сыграли? Еще 2. Давно Роман 12 побед делал? Не знаю. Недели две точно не делал. Тут воруют. Кругом воруют. Кругом воровство. Тут воруют, там воруют. Здесь немного спиздят. А потом, где, блядь, боеприпас? Ой. Извините. Чуть было военную тайну не выдал. Спиздил меня. О, блядь, сука. Пиздец, баблик оставили. Так, ты нам какие-то 3 карты дашь, и одна из них монетка, да? Ага. Я тоже 2 недели 12 побед сделал, правда, для этого мне нужно было 11 аренд сыграть. Ну, это не 12. Болотная тварь. Тварь действительно неприятна. Играть-то особо нечего. Мне надо руку разбазаривать. Надо отдаваться. Хотя не обязательно отдаваться, но лучше отдамся на всякий случай. Да, болотный тварь так хорошо впитал. Я ожидал больше от этой карты, но пришлось все отдать очень дешево. Так, ладно, у нас сейчас 8 мана будет. Может быть стрелы раздать, освободить место в руке, сыграть это. Ну, стрелы лучше под мастера фейерверков играть. Соответственно, уже как-то иначе освободить место в руке. Да, под мастера фейерверков, потому что стрелы на фулл мане. Это ты, конечно, проатаковал. Опасно убил чувака.
Джекпот, да, это опасненько. Джекпот это денджер. Так, ну на тебе еще стрела. Теперь накопаем говна. Давай, удиви меня. Что-то он с ресурсов капец. Ресурсы, ресурсы. Но у него тоже ресурсы. Он там джекпот сыграл. А вот это, кстати, неприятно. Это реально очень неприятно, потому что дракона не хватает, чтобы его убить. Капец, как неприятно. Отдавать соло пятерку сюда, это как-то жирновато. Сколько у меня карт сейчас? У меня будет 8-6. Ну хотя, ладно, я отдам пятерку просто, чтобы разбазарить руку и вот эту вот... карты разбазарить хоть немножко. Темпануть самую малость. Но это капец неудобный зеляк сказался. Да, он две карты на него потратил. Две карты, но... Я уже три силы звезд сыграл и достал четвертую. Засните карту какая-то имба. Она мне выручает каждый раз из очень сложных ситуаций. Ёб твою мать. 12 брони? Да, в принципе, у меня есть дракон. У меня есть дракон. Хорошо, что ты не сыграл дракона. Была такая мыслишка, а сейчас переебал. А, они же с натиском все, ёб твою мать. Еще и натиск, блять. Вот сука ты, конечно. Да это, блять, какой-то же пиздеца стоун. Провокация. Спящий переход. Жук спит. А потом, как парк юрского периода, такой проснется, такой, ебать, где я? Что происходит? Привет, игну, можете тебя поснайпить? Немножко. Так, пирата нежить 1-1. Ты что, атаковать собрался? Ах ты, сука. Нихуя себе, у меня дракон 4-8, он просто так. Отвар стоит 0? Что? Ну пора вот эту штуку, по-моему, херачить. По-моему, пора. Я, конечно, не эксперт. Вот таких побольше, пожалуйста. Вот таких возьму всех. Давай. Блять, ты дурак нахуй. Уж карты так карты, конечно. Два отвара. Два отвара. Да как ты утомил, а? Ты там не с ума-то не сошел от своих отваров, мудила, а? Наварил говна, блин. Ты какие-то другие отвары копаешь вообще, нет? У тебя что-то другое бывает? У тебя три одинаковых, блин, три за игру. Две карты существо, блин. Ты бил. Уничтожьте ваше оружие. Тут тоже, конечно. Ай, твою мать. Это провал.
Но он возьмет Дитя Смерти. Если я возьму Дитя Смерти, у меня будет Дитя Смерти и у него Дитя Смерти. Надо его забайтить на эхо. Чтобы он взял Дитя Смерти, я бы взял эхо. Может, он фатигнется, а? Тут до фтига еще далеко. Так, ну тут мы обманули. Это молодцы. Но в целом... Хайзенберг какой-то играет против нас. Короче, понятно. Партия на фати... Три карты. Вот смотри, карта пригодилась. Уничтожает ваше оружие. И дружок. Такая у меня карта за 5 маны. Дмитрий Медведев, обещавший Украине судный день за атаку на Крым, отправил в Киев кассету «Терминатор 2». Я сегодня еще видел смешную шутеечку, что Дмитрий Медведев обещал украинцам судный день, и это означает, что он собирается судиться. Немоту? Ой, спасибо, это он, значит, не умрет. Так умрет, конечно. Берете пирата. Давай, ты уже фатигаешься. Бери. Ой, блядь. Это тут некрасиво, конечно. Вот это тут вообще не по плану. Нет, ну вот это вот мне не нравится, конечно. Ну, на всякий случай, мало ли там. Какая-нибудь шляпа усатая. Дружочек, пора тебе фатигаться, давай уже. 4 карты у тебя осталось. Что, пирата ты возьмешь? Бери пирата, мне не жалко, бери. Бери. Хорошему человеку не жалко. Секрет вот не нравится мне, конечно. Маскировкой. Павук, ребят, павук. Только мой друг. О, надо брать, пока у меня что-то есть в руке и в колоде. У меня тоже карт много. Мне отсюда ничего не надо, если честно. Да, можно дать всем по 2, на самом деле. Вообще не проблема. Если он с секретом ничего не сделает, то пускай так и стоит. Привет, Роман. Как прошли посиделки в субботу? Хорошо. Видео, фото будут? Нет. Я ж не онлифанщиц. Ну что, там наигрался? Наигрался. Сдается. Три победы, да. Не важно, какая у нас колода. Важно, какой у нас план. Так, чуваки, сейчас проведем эксперимент. Почему-то два раза подряд, когда я записывал ролик на YouTube, я делал вроде как хороший микрофон, но два раза почему-то там шел... монозвук. Я сейчас переключу микрофон, и вы скажете, остался ли стереозвук, если вы в наушниках, или один канал. Я буду пытаться выяснить, в чем причина. Так, вот еще старый. А вот новый микрофон. Скажи мне, дорогой... Ой, там Хан с первым ходом этот домой. Скажи мне, дорогой дружок, в каком ухе у меня жужжит? В левом или в правом? В обоих или нет? Хан с первым ходом этот домой, ребят.
Вот сейчас один канал, да? Вот сейчас один канал. А вот если, например, вот так вот я нажал. Снова один канал. Вот я сейчас нажал кнопку. Ну, в левое, правое, не важно. Важно, что одно ухо. Я пытаюсь понять, где у меня проеб. Не поменялось, да? Блин, а в чем причина же, я не пойму. Раз, 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 раз. Я вообще не могу понять, в чем дело. Что там? Секрет стоит ноль. Может, секрет ничего не стоит? Что, не фреза, что ли? Блин, я просто отключаю... Ну я могу проще действовать. Да нет, это не провод отходит. У меня микрофон воткнут в звуковую карту. Потом звуковая карта входит, и с помощью Broadcast, NVIDIA Broadcast, я удаляю все шумы. Но когда я записываю видос, это даже вредно. Там не посмеяться, ничего. Он ворует звуки лишние. Ну, в принципе, могу просто отключать Broadcast. Сейчас два канала, правильно? Сейчас должно быть два канала. Я вернул все взад. Понятненько. Здорово, Тхорь. Интересно, а чё ж он один канал? Не могу понять, в чем дело. Так, по идее такой... Ого. А давай, пускай он испугает. А, нет, он сразу узнает. Блин, нельзя ему давать эту карту. Вдруг он угадает, он же меня убьет этой картой. Мне надо дать ему самую безопасную карту из всех. Блин, я ему ничего не хочу давать. Ну ладно, стрелу давай. Мне кажется, Хант от двойки больше пользы получит, чем я сам. Не, ну зад-то я включил. Я просто не могу понять, почему у меня монозвук по какой-то. Почему же реально что-то с проводом? Ну, такое теоретически возможно, конечно. Ну, чистая моно, один канал. Может быть и провод, да. Че, он угадал? Нет, я пропустил, ребята. Он угадал? Кто видел? По-моему, не угадал, судя по количеству карт. Да, это что, угадал? Не угадал, вот, не угадал, хорошо. Потому что он тупой. Агнум не тупой. Ладно, стало. Пора идти переодеваться в теплую футболку. Ну, в смысле, холодную. Что там секреты? Ну, возможно, там фреза. В принципе, я не сильно против. На! Не фреза. Да, выслеживание немножко изменили. Не, оно выкидывает. Ну, в смысле, просто копает, и карту, которую ты взял, берет, а лишний не выкидывает, да. Это уже очень давно так. Может, там дэмэдж существо? Кстати, армор против ханта, мне кажется, будет не лишним. А ему против меня армор не особо полезен. Интересно, а что ж там за секрет такой? Блин, это фокус кофту сраный. Только мой друг Виктор Паук. Может даже сюда будет армор сыграть, на всякий случай. Оба-на, опять не угадал. Уже 9 вечера, скоро пойдем в цивилизацию играть. Ну тут он точно раскопал, тут невозможно облажаться.
Подыщи пакет. Начнем с армора. Все, в Севаре есть армор. Монетки там еще нет. Шестая цивилизация сегодня. Конечно, если с раскопки брать самые хреновые карты, хрен угадаешь. Но в этом суть вот этих карт. Ты не можешь бездумно брать самую сильную карту, потому что оппоненту будет очень трудно прочитать. Зацени, я сейчас два раза прочитал, что надо взять, чтобы оппонент не угадал. И либо если бы он угадал, ему эта карта была бы мало полезна, и прочитал бы пакет. Просто вижу игру насквозь. У меня просто специальное зрение. Так, ну в принципе сюда можно сейчас раскопать монетку, потому что играть вообще особо нечего. Да, мы закапываем сюда монетку и раскапываем обратно. Раскапываем взад. Не самые лучшие карты, но по крайней мере в темп. Но что смогут, сделают. Против ханта армор нормально. Что-то хант там сидит, грустит. Ему надо сильные карты вываливать. У меня пару дней назад вышел выпуск на арены. Наверное, самая крутая моя арена за последние лет 5. Где я жарю ханта, а он просто отбивается, как Шварценеггер. И в конце концов он меня отмудохал. Так меня оттрахал, конечно. Выбери казахскую нацию, будет Великая Казахская империя. Только казах может быть великим казахом. Я даже понтоваться не умею. Как я могу быть казахом? Казах без понтов казах. Так вот и заклинание. Мамксу, раскопай, пес. Ну, у меня очень много ремувала. У меня миллиарды ремувала. Давай придавим его немножко. Пятерочки. Это мои пятерочки. Немножко придавили киску. Он существо 3-3. Кто-то за 3 маны мне существо 5-5 стоит. А я за 5 маны ставлю существо 3-3. Пожалуйста, блин, пожалуйста. 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 Не надо. Ёптель. Только мой друг Виктор Паук. Какая прилипчивая песня. А прикинь, там зверь с лайфстилом, тогда все наши усилия пойдут прахом, он отмахается. Он даст ему плюс 2 к атаке. Хилис как, блин. Зачем потом? Вот, вот чем мы будем выигрывать, вот, вот этим вот. Но, наверное, не прямо сейчас. Наверное, будем выигрывать чуть позже этим, да? А играть вообще нечего, вообще нечего. Можем отдать одну четверку, с учетом, как у него мало хп. Одну четверку можем отдать смело. Пущай боится секрета. У него карт нет. Есть зверь 3-6 с натиском, размахом и лайфстилом. Ой-ой-ой. Кстати, зачем он посадил ворота сюда, если бы он сейчас раскопал зомба-зверя, а потом дал бы ему 2 атаки и натиск? А так он сейчас не может дать. Что-то он ошибся.
происходит. Ну, на, не знаю. Да какую колоду с собой, ты смеешься? Я научился говорить как дельфин. У, бля. Да! Ладно, еще одна-две партии, пойдем цивилизировать. Всех проблем. Не совсем второй седьмой ход, ну ладно. Надо пойти что-нибудь полегче одеть. Так, что тут у нас? Что тут у нас? У нас тут не шо, да? Ну, ходи. Ходи. Те. Ага. Ага. Нормальная карта. Откуда такая рубашка? Ну, откуда рубашки вообще какие-то? Откуда такая какая? Белая рубашка? Блять. Твою мать. Как же не круто, а? Ну, будем байтить, пусть тратит пушку, качает, а говно потом уберем. Потерпим. Может быть, секрет поставить? А может быть, секрет на самом деле. Ну тогда если секрет ставить, он бы пушку не сходил, а так он тратит заряд пушки. Если до что ход доживет, сможем либо сдуть вот так. Это рубашка за 5 побед на арене в июне, да. Пьешь энергетики? Нет. Не пью.
Если да, то какие предпочитаешь? Я что, бесплатно рекламируешь или что-то буду? Что, дурак? Нет. Бесплатная реклама для уродов и дебилов. Сколько он армора полутал? Сколько у него было? Пец. Надо не зажадничать. Преступник был неопрятен. Смотрите немного магии. Он сейчас перестанет быть раненым. Главное не дожадничать. Хотя воин и по ресурсам может внезапно начать наваливать. Это же воин. Ему это как два пальца об асфальт. Пушка, конечно, пушка. Пушка, 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 пушка. Всем пушкам, пушкам. Ну мы поняли, у тебя очень много брони. Зергануть тебя не получится, это понятно. Похоже на дисконнект, потому что он даже вилку не прожал. Значит, надо 1-5 убивать. Конечно, не то чтобы цель для портала, но если он сейчас еще ходик протупит. Чего-чего-чего? Ага, понятно, просто 5-3 без обилок. Ну, это мои классические пятерки. 5-3 без обилок. Бескорменная слизь. У кого-то за 3 маны 5-5. У меня за 5 маны 5-3. Хорошо, что не 3-3, то спасибо. Вуаля. 5-0 пока идем. Так, товарищи, план такой. Сейчас надо стримить цивилизацию, но я давно не ел, поэтому я вам включу посмотреть один матч, кого-нибудь посмотреть, Аббера посмотреть на БГ, как он плохо играет. Очень быстро поем супа, и как только поем супа, прибегу и будем играть в цивилизацию. Yeah.